фестивальке отеля. Ваня, ты зайдешь или ты выступаешь вместо Джейми? Я говорю, вообще по хиле хотел, если там Рома хочет пойти, то пусть идет. Заходи на хилу. Заходишь или нам нужно начинать? Сейчас что-то я не видел. Давай тогда на тебе метку, буду за ней летать. Дайте пистомов магу. Джиджин, не кидай истерию на Вальку. Я не знаю, что потом сделаю. Ты один там на рейде похилят, а остальные пусть лазят. Ладно, давай тоже полетаешь в порталах. Их на пол. Эй, Дикас, из табов. По друидам. Да иди, Ваня, в порталы. Ну ладно. Дайте пристабав, хотя бы дух дайте. Все готов. Слышишь, танки начинайте, погнали. Есть еще микрофон, конечно. На Шизара, дай МК. Он в кварталы пойдет. У него пообновляй. Уничтожьте зеленого дракона. Кого еще раз? Шизар, вторая пати, друид дерево. Это Варенька топ хил. Его. Он меня научил хилить, а потом Джейми перехиливал. Это Шизар, по кличке Варенька. Давайте слева от босса собираемся. Чтобы всем нормально было. Сейчас справа от босса соберемся. Также против часовой. Ой, подымай ягера, демон. Не встает. У пожилого не встает. Блять, такое ощущение, что во всей России там чемпионат этот не выбили с футболсов, и все, блядь, пришли играть. Ага, это просто капец. Ебать. Давайте сюда вообще. Как вчера Рома, форума этот, Ваня. Ты же вчера ходил и играл. А я Джейми не лагал. Сто первая минута. Там прям показали типа, прям как Джейми один в один. Ну, такой давайте просто меня.
Ну давай. Перепес, дай на хп. Отдал. Мэрки, дай тоже на хп. Синдром похилить. Сейчас посчитаем так. Раз, два. Три, четыре, пять. Давай, оставайся. Пять хилов пойдем. Прими там гильдию. Кольцо на мэн кого-то надо? На оф. Пойдем чайка сделаю. Да, это, Макгрегор, что ты хочешь? Токен. Токен. Какой токен? Яровский. А, да, сейчас забыл. ГП на числе я токен не отдали. Да, мы тяните трэш с Симбэ. Настик, подними Вольгримса, Конскюрет, Кёрза, Остерфолл, Макгрегора. Ой, у тебя что там, шестую пати не отображает? О, это ФК. На. Thank you.
Не вздумай зайти в инста. Да, чем дальше плечу, тем больше лаги. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Чек на ФК. Кушай рыбу. Днем в 5 хилов. После первой взлетки, после притяжки, даем рос, переводим сразу босса. Ну, хотя бы попробуем это сделать. Чтобы не было второй взлетки. Не получится, дамага не хватит. Почему же? Ну, потому что в рейде не фуловые люди. И потому что мы тогда в 3 хила это делали. Знаешь, как получится? Это два Эрду Шам, всех пристов в ШП и в одного танка Джерриона. Так, все готовы, сейчас нам надо бить. Тогда получится в одну взлетку. Так.
Кто начинает? Квидич. Главное притяжки, отбегите, все остальное не важно. Тяжко сейчас будем готовимся. Убежали. Сакру отдал. Мастерала. Метки вперед выносим. Класски ловишь босса. Слева падает метки по 200 тысяч без дот. Справа бежали. Заново перебежали. Метку справа 370 тысяч. По центру падает, отбежали. Сливайте все центральные быстрее. Конский на притяжке сейчас дашь сакру. Порубитый не отбежал от притяжки, посла сакра, 3% хп. Где рост? Поздно уже рост давать надо, взлетка будет. Сильно не успеем. Там 6-4 ляма надо удалить. Два, три. Никто не уцелеет. Так, на мне метка. Дистанция между метками. Прятались. Так, БР у всех на КД или нет? У Настика 20 секунд. На ПСС. На мне один. Настик, поднимешь саранчу. Сливаем метки. Настик, поднимай. О-о-о. Давайте рост. Повернул на рейд, смотрю. Бафы по магу. Первую метку под босса. Альпич, давай под босса. Милики отошли в РДД зону. Сливайте метку. Так, на мне метка. Подбежали милики. Метку не сливать, притяжка. Клонский, если ты танчишь, прожимай срезку. Сливайте метку. Давай под босса керс. Милики отошли. Сливайте метку.
Это еще в сторону, левую уноси метку. Поклонский, давай Сакру, РДД, сливайте метку, мелики босса. Это еще под босса. Под босса Ягер. Скидываем стаки теперь. Так, нам надо следующий отнести под босса, притяжка будет. Потом добиваем босса. Ничего не делаем, просто стоим. Сторону. На оф. Так, я бы Вакерас быстро дука. Рома, ты тут еще? Джейми. Тут. Че, хочешь на лича пойти? Мне тут отойти надо. А кем ты приедешь? Ну, Фуриком был. Ну, ДДшник какой-то. Тут, наверное, хил нужен, они втроем не захилят, мне кажется. Плагает сильно. Могу шаманом пойти. Джейми, могу. Какой-то хил. Заходи на карту. Накинь там, какой я понял, этого навара. ДЦ, Холипал, Эрдру, Эршам. Кто нужен? Эршам или Холипал? Давайте я пойду на Эршамом. Нужен тот, кем ты Войда сможешь перехилить. Есть такой? Там Джейми первее попросился. Да он меня не перехилит. Блять, ну за Эрдру, ты Эрдру в рейде, Эрдру я тебя перехилю как чмыря просто. Давай, заходи. Просто быстро. Обоссу. Давай на 5000 голды, блять, заходи. Хорошо, заходи на Эрдру, только хильте танка нормально. Так, где килька в банке-то, а? Это меня сейчас слышно? Нет. Пускай он может лучше зайдет на ДД, я на хила. Я все равно на этой неделе не буду вообще. Только в субботу. Я тоже перехилю. Мы должны на это посмотреть. Бля, я тоже хочу его перехилить. Я всех вас перехилю. Это понятное дело, что ты не перехилишь. А кто у нас, ДЦ есть в рейде? Да. Давайте уберем ДЦ, втроем похилим. Давай. Давай, Альпич, там спекайся в ШП. Сколько на 5 как голды? На 25. Да. Все, а нет, 25 у меня нет. Да все, иди в жопу тогда. Давай на 5, блядь. Так, тактики. Прыжблат ромбик станешь. Да не, нифига. Селфиш Мурон, кружок стань, пухнастик, ромб, поклонские трусы, паладины по команде, все остальное. Чек. А, давайте суманим. Что там за шаман? Он танка-то удержит, шаман? Вряд ли. Спасибо большое. У него 6.4 написано, пусть удерживает. Танка не держи, там Кенчер танк. Это не показатель. А, там типа, надо не хилить, короче, наоборот, Джейвиан, да? Да-да-да. Вот там будет лям, короче, от хила, блядь. Такой крик в РК потом. Бля, меня не хилят, пацаны! И такой... Так. Вульгримс. Ладно, я сам подиспелю. Я уже понял это. Чек на пол. Бафов нет, каску. 300 баф. 300 баф, да, да. 300 баф. Интеллект. Баф есть. Магия, интеллект. Лапу, помогу. Найди кулак. Пэт. А, не, все есть, все нормально. Помогом кулак, пожалуйста, тоже. Для пэта. Так нечестно, вообще, тешка гер, урод.
Так, СС, ну, ты сейчас проебешь, не кидать можешь? Сейчас, если у вас они есть, и вы не кидали еще. Ну на 5к мы забились, да? Да пошел ты в жопу, ты фуловый, блядь. Да ты слышь, я, блядь, КД поймал из-за тебя. Все, на 5к голды. На 5к все слышали варка, блядь. Да вернешь ему 5к. Да какой нахуй нихуя? Ты сам сказал, блядь. Не будет, хорошее, да. Это все было записано сейчас. Да идите в жопу. Пизда уже поплыл, блядь. Боит засал, как я думаю. Он их даже из мувика вырежет. Да, нахуй. Да, конечно. Да, Войт. Да не, мы поспорили, да. Никаких, да, Войт, блядь. Да не, нихуя, я тебя удалю. Че я скину сейчас? Да не, все слышали, все слышали. Да все, Слава, все, давай. Через, блядь. Все, я на Сирус ухожу, пока, ребят. Блядь, по мне тогда. Давай, лучше пусть она вон хилит, блядь, у нее яйца лучше, чем у Войда, видимо. Ну, видимо, сейчас его, ее возьмем вместо Войда. Мы уже поздно запустили. Можем лайкнуться. Великий в квадрате стоим. Главное отбегать от осквернения и от ловушки. Так, РДД перебежали. Чума 5 секунд. Лепец сам себя. Протопал ловушка. Сейчас еще одна ловушка будет. РДД ловушка, чума 5 секунд, мимики, смотрите, не вынесите только в ловушку. 2 секунды чума. First life. Ловушка, 1 секунда, квадрат стали мимики. РДД ловушка. Кастер, вы слишком далеко вперед забегаете. Встали в звезду, кастер. Чума, 1 секунда, саранча. Чума, 0 секунд. Филипец, выноси сам себя. Милики, ловушка, в квадрат встали. Все в квадрат уходим. 2%. 2% до переходки. Все, давайте все на край. Поклонский, давай сакру, дал мастер аут. Так, мерки-фырки, давай гимноману. Вульгрим с тотем на ману. Все инеры шаману заливаем. Кресты, ханты на кинетике сидят. Шарик убейте. Урон проходит по рейду. Последний дух. О, игрок какой-то. Так. Фаза вторая. Фурики, добивайте духа. Стали в звездочку. Кружок, селфиш, марон, ром, пухнастик, трусы, поклонский. Смотрим вальки. Звезду встали. Так, кружок лок. Играем все трусы, ромб. С центра всем выйти будет осквернение. Центра всем выйти. 1 секунда осквернения. Плюс лайф. Ром добить. Все, давайте рост. Становимся так же, как стояли на первых вальках. Осквернение туда же, где вот первое осквернение сейчас лежит. Станет все те же люди.
поклонски прожмешь сакру на вот этом осквернении. Если все будет плохо, конечно. Так, выбежали к звездочке. Выбежали. Все, играем. Ромб, кружок. Через ромбик играем. Все с центра выходим, будет осквернение сначала. Меча играем пока. Не веди в центр, там сейчас осквернение будет. Выйдите все с центра. Пилипец, отлично. Давайте звездочку забегаем. Последние вальки, скорее всего. Так, через кружок играем, хант. Затухал бомб. Я застанет трусы, если что. Застанил трусы, все в трусы играем. Бля, плохо. В трусы играем быстрее. Осквернение, одна секунда. Так, паладина спасли, салфи шмарон. Осквернение. Встали возле звездочки, добиваем лича. Переходка сейчас будет. Так, у нас один ШП в рейде. Не, два. Следите за шариками, за духами в комнате. Все, давайте, вжались на край, переходка. Альпиш, два гимномана, Вульгрим, ставь тотем. Убьем только кружок. First Life SS есть. Дай на Кеншина. Ягер кидал СС на кого-то? Да, на сову кинул. На сову кинул? Да, на сову. Шо? Даня, кидай на Void SS тогда. Видите, кружок. Бейте следующего духа. Сначала кружок бьемся. Кружок добили. Потом квадрат. Давайте в квадрат играем. Так, совы, только звездопад в комнате, потом кресты с сушением сразу с пула. Собирайте звездочку. Забежали в угол. Рядом бомба, пробегайте по стенке. Бежали дальше. Так, впереди бомба, ждем, пока хлопнет. Бежали дальше. Сейчас выйдем с комнаты, будет осквернение. Играем все в квадраты духа. Следим за звездочкой, где она находится. Беги, малышка, беги. Осквернение будет. Давайте все квадрат. Все, теперь лича. Уходим из-под духов. Осквернение сейчас будет. Так, духи спустились. Уходим все из-под духов. Осквернение, одна секунда. Суслятинка, выноси. Настик, подымешь Макгрегора после комнаты. Как можно за ДК умирать здесь? Давайте в звезду встали. Дали сушение, дали звездопад. Вот сюда встали. Будете навек поглощены этим проклятым клинком.
Сейчас мы выйдем из комнаты, все побежим за звездой. Чё там по гимнам на ману? А, ну давай, сейчас, подожди. На тебе возражение. Так, идем все к порталу. Два приста поете гимноману возле портала. Протопал взрывает духов. Дайте бафу по Макгрегору, пристабав лапу плак. Срезку прожми. Настик, давай Энерджею, конскюрит Войд Старфолла, если... О, да, Войд Старфолла, если нет КД. Сквернение, 3 секунды разбежались. 2, 1, Селфиш Марон. Духи спускаются, отбежали. Ред Таун. Конскюрит, поднимай Поклонского. Я поднял, поднял, я поднял. Плохо. Конскюрит поднимает топор убить. Дайте бафы по... О, не вовремя поднял. Точнее, не вовремя, я сказал. Давайте бафы по Поклонскому. Пристабав лапу. Бля, быстрее мне идти надо, убивать уже его. Выходим с комнаты. Убиваем Лича. Звездочки идем все. Ушли от духов. Блять, Войд даже шамана еле-еле перехилил. Вы величайшие герои. Да иди в жопу. Хоть Джемми уничтожил Войда, как Марат уничтожил Джериона. Понятно. И как самого главного. Не, самого Джериона. Не, Джейк. Это тебя уничтожил. Войд невозможно уничтожить. Что, выиграл 5к слав? Да. Молодец. Обоссался. Теперь придется ему додавать деньги. Че, у тебя на этом персе голда, Славик? Или ты потом на почту не пришлешь? Не, мне пришлешь на почту потом. Да в смысле пришлешь? Ты видишь, скрины у пацанов есть. Так у меня ник Джей. И смотреть, читать на них. Тебя ник хуесос, ты на втором месте. А сколько времени с пула прошло? С пула ребра? Не падали же. Кстати, очень быстро принесли. Да. Меньше двух прошло. Потому что лаги. Гоните в Лича урон. И ты станешь первой жертвой. А у меня под Джириона больше отхила. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Так у меня по Джириону 570. И по Поклонскому 500. Ну, такое, а у тебя по Поклонскому где, блядь? Пизде. У тебя Поклонский 4-й только, блядь. Пошёл в жопу, блядь. Где похуй? 500 тысяч отрыв, это не так уж и много, думал, будет ляма 2-3. Ладно. Да он, как раньше был. Гусяра, нахуй, у него шмот фуллов. Можем фуриками зайти, и будет ляма 2-3 отрыв. Давай, зайдем, ебать, ну-ка. Я просто, блядь, на 3 ляма отрыв сделаю, блядь.
Так это при том, что ты постоянно, блядь, играешь, а я раз в месяц захожу. Я Фурика не знаю, сколько уже не играл, блядь. Год, наверное, блядь. Два. Так пристами померить. Давай пристом заходи. Пристами, блядь. Блядь, я просто... Я просто... Пенис сказали. Понимаешь, что у него Фурик мейн, а я его ебал все равно Фурик на Фурика по ДПС. Нихера ты не обгонял, я тебя всегда обоссывал за Фурик. Чё, заходи на следующем КД в пятницу. Давай, мать. Чисто на Сурка зайду. Да, печально. И за ШП я дам 20-ху, а ты... Чё вы, там мне с доп. ЕП так мало начислили? Блять, поймал КД, колье не паролен теперь. Понятно, пацаны, спасибо. Нехуй. Пожалуйста. Ты, блядь, 5К мне скидывай, давай. Хуй тебе. Да тебя наебали. Да щи, блядь. Будь здоров. Спасибо. Если бы он бы проиграл, ты по-любому сейчас бы начал флудить своим голосом. Где моя писька? Кто я? Ну не я же. Нахуй мне тебе. Дайте, пожалуйста, порт в Долоран. О, не да. Нужны, можешь это мне... Это ты сейчас так говоришь. А. Да, да, а если... А черт бы. Потом нахуй полгода бы писал. Люди, все говорите одновременно, я не понимаю ничего. Клип бы записал дома о том, что «О, я выебал Джейми по хилу». Если бы таковым бы, блядь, в трусах там с кастрюлей, с поварёшкой бегал бы. Бум-бум-бум. Ты дурачок, блядь. Конченый. Ладно, я пошел, пацаны, через полчаса приду, может быть, зайду еще, не знаю. Мне такая хуйня не нужна. Бабам идёшь. На паладина голду сбрасывай, Слав. Да пошел уже. Ужас какой. Слабак. Сирус на базе сервера. На циркуле голду перед... ничто не стоит. Перед своей тёлкой я позорился. Так, блядь, перед руками что? Барда. Нитриус. Ау. На оф. Нормально мне отхил, идите в жопу. Огонь. Надо будет в историю записать, историю гильдии. Что записать? Что Джей выиграл Войда по отхилу на Личе? Да. С неравными шмотками. Я еще и фласки не пью никогда. Да, надо записать, пожалуй. Фу, вчера рясок сходили. Не, не в этом дело, ты лобанул на голду. Да, никто не говорил, никто не забивался. Ты же сам, ты сам предложил ему. Не, я ему сказал 5к, нет. Потом сказал 25, у него нету денег. Он не сказал, давай забьемся, а я не сказал, давай. Так что переслушайте запись. Ты сказал этот Рома, типа на кого да, заходи, я тебя обоссунул, либо сказал, пилом. Запись, смотри. Он еще сказал, типа на каком ты, и на того я зайду. Да мне пофиг, на кого он зашел, и пофиг, что он сказал. Ну это Слава, не красиво. Да никто не забивался. Ты первый забился. Да никто не забивался. Какая же разница, я написал уже. Да пошли вы в жопу, блядь. Буду я с вами спорить, нахуй вы не нужны. Тут этот спор вообще ни о чем. Вообще мне похую, блядь. Зашел, похилил, молодец. Олег, ты соберешь раз? Бедный человек. Бедный будет. Да ебало на ноль, да. Олег, примешь ты инкап, пизди? Давай, напиши, извини. Я на стиле. Увидимся? Ладно, если что, если будете собирать РС, я зайду кем-то, кем надо. Васат, ты будешь собирать РС? Да, сейчас. Может, да. Еще одну 25-ку? 10 минут перерыв и потом РС. Ну, давайте через 10 минут тогда. Через сколько? 10 минут? Да, поесть хочу просто.
Бля, мне надо дорогие доставить. Ступни. Что еще? А, я запах, ёпта, мать. Шей. У вас не 25 РС или как? Ну да. Вчера, кстати, вечером никто ничего не сверил. Или кто-то что-то.